Приветствую вас, Дарья. Собственно, на ревность вашего мужа нужно перестать реагировать, и тогда он, собственно говоря, увидит, что в его ревности нет никакого смысла и будет вести себя по-другому. Проблема заключается, видите ли, в том, что по большому счету ревнует к тем, кто не особо в себе уверен. То есть, если ваш мужчина ревнует, например, там, неважно, да, кому ревнует ваш мужчина и как. Вот, но если ревность имеет место быть, а вы, например, реагируете на это недостаточно уверенно в себе, то для мужчины это, по большому счету, означает лишь только то, что вот, что он прав. Вот. Понимаете, какая штука. И ревность будет увеличиваться, потому что снова и снова человеку будет нужны какие-то подтверждения, какие-то доказательства того, что, ну, что он единственный, что никого нет. Вот. Так что, в первую очередь, вам необходимо свою модель поведения изменить и сделать его более таким независимым. Вот, муж, конечно, будет этим очень сильно недоволен, вот, но зато по итогу, именно, по итогу. Вы увидите, что для вас ситуация складывается лучше, потому что мужчина, он как бы вот поймет, что его путь, который он выбрал для себя, это путь, к сожалению, такой крайне, ну, крайне деструктивный. Вот. И придется что-то делать. Придется как-то это корректировать, придется что-то другое использовать, какие-то другие модели поведения. А пока вы реагируете на него подобным образом, ну, ситуация не изменится, и мужчина будет ревновать, любые ваши оправдания воспринимая как, ну, как доказательство, как подтверждение своих слов, вот, чтобы вы не говорили. Вот. Ну, наверное, давайте еще пару слов я скажу о том, значит, буквально пару слов я скажу о том, от чего возникает ревность, вот, откуда она берется, эта ревность, вот, ревность проистекает из неуверенности мужчины в себе, ну, не только мужчины, но и женщины, вот, из неуверенности человека в себе, вот, из сомнений в себе, вот, и
как следствие, как результат, это вот постоянные, скажем так, поиски, наверное, да, постоянные поиски, поиски чего, да, опять же, поиски чего. Ну, поиски виноватых, да. Вот. Поиски... поиски... доказательств. Ну, там, правоты или неправоты человека, да. Вот. То есть это неверность себе, с одной стороны, с другой стороны, это страх одиночества, страх остаться одному, человек очень сильно боится одиночества. Вот. Следующим пунктом идет не совсем корректное восприятие. Значит, человека, в том числе и себя, то есть человек видит другого человека исключительно как вот такую своего рода ценность, вот, то есть человеческая ценность, она приравнивается, ну, к только такой вот, ну, какой-то, знаете, материалистической, наверное, правильно буду сказать. Вот, это неприятно, практически всегда очень. Вот. Ну, нужно понимать, что человек сам себя видит так же. Вот. Человек сам себя видит так же. Вот. И относится к себе человек, ну, точно так же. Вот, значит, как правильно, справедливо сказал мой коллега, вот, Кудряшов Игорь Леонидович, что повлиять на ревность вы не сможете никак, вот, потому что это, к сожалению, это то, что прогрессирует, вот, ну, со временем, а вот, и с этим сложно достаточно что-то сделать, вот, ну, нет, сделать, конечно, можно сделать, да, но сложно что-то сделать, вот, хотя и возможно, безусловно. Вот. Так что ответственность вашей нет. Вот в том, что, ну, в том, что происходит, например. Вот, ответственность вашей нет. Но с другой стороны, вы мужчину выбрали, вот этого мужчину вы выбрали, вот, и, наверное, за это вы ответственность какую-никакую все-таки несете, вот, поэтому это нужно, ну, как-то учитывать обязательно, если
вы хотите, ну, вот, дальше, да, в дальнейшем, если вы хотите, ну, как-то вот корректно устраивать свои отношения с, ну, мужчинами. Вот. Ну, наверное, на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ, потому что и так уже достаточно много я всего сказал. Вот этого, в принципе, наверное, пока хватит. Вот. Вам подумать просто, ну, не взваливайте на себя вот то, что к вам, ну, вообще говоря, да, не относится. Вот. Либо почти, либо совершенно. Вот, потому что это не ваша ответственность. Но ваша ответственность в том, как я сказал, как вы себя ведете. Если вы ведете себя ну, каким-то вот таким образом, что человек допускает, что его подозрения могут быть справедливыми, то, ну, я думаю, что не приходится удивляться тому факту, да, что мужчина снова и снова, ну, подозревает вас, ну, в измену, потому что, ну, я полагаю, что в этом все дело. Вот. Поэтому вам бросить, ну, нужно вот признать тот факт, что вы не в силах повлиять на то, что мужчины ревнуют. Вот. Хорошо помогают личные границы. Личные границы очень хорошо здесь могут помочь. Вот, четкие личные границы, уверенность в себе и не участие в этих вот играх на, значит, ну, на доказательства чего бы то ни было. Вот, но, понимаете, проблема в том, что человек, который ревнивый, да, он выбирает себе партнера тоже не случайно. Есть такие у меня, конечно, подозрения, что вы сами можете как бы сомневаться в том, насколько вы правы в том, что, ну, в том, что ведете себя каким-то образом, определенным образом. Вот. Это тоже может быть проблема. Поэтому, если вы в себе сомневаетесь, хоть капельку, если вы в себе не уверены, хоть немножко, вот, то, на мой взгляд, лучше как поработать с тем, что вы в себе не уверены. Вот, и эту проблему решить, потому что в противном случае ситуация будет вас, ну, скажем так,
все больше и больше донимать, а мужчина будет требовать от вас, в свою очередь, все больше и больше. Вот, и в итоге, ну, совершенно никому хорошо от этого не будет. Вот. Поэтому вот, в принципе, то, что я могу вам, наверное, сейчас сказать, ну, по крайней мере, это вот то, что можно вам ответить на сегодняшний день, вот прям на данный момент. Вот, а остальное, я надеюсь, что вы просто сами с этим разберетесь, ну, то есть обратитесь к психологу, если понадобится, вот, обратитесь к психологу, поработайте с психологом, вот, и не оставите это просто так, потому что очень легко здесь впасть, что называется, в такие созависимые отношения. Вот. Чего мне бы для вас, естественно, не хотелось. На этом все. Я надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.